какие ожидания от предстоящей гонки, поделитесь с публикой. Ну, ожидания всегда очень приятные, особенно когда ты садишься за руль автомобиля Ferrari. То есть, в общем-то, мне это не удивительно. Вот, на этой машине приятно ездить. Но ожидания такие, что надо побеждать. Надо побеждать, я буду считать цвета своей команды SMP Racing и цвета своего флага нашей страны. Так что болейте, кстати, не пропустите. 30 сентября будет гонка.